Всем привет, мои дорогие! С вами Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами посмотрим мои оставшиеся 5 коробочек. Помните, что их было очень-очень много. Ну, во-первых, давайте начнем с шабаршунчиков. Это такой вот пенал, коллекция Monsters. Материал полиуретан Эван, размер 22 на 15,5 на 4,5. Такой вот он прям хорошенький, мне очень нравится, да? Ну, вот как видите, по размеру руки. Шикарно. Открываем внутри. Ну, красота. Все удобно, все здорово. Ребенку будет хорошо. То есть вот такая вот красота. Закрываем. С обеих сторон он открывается. Тут удобно, да? То есть вот тут есть бегунок. Можно его тут остановить, как хочется. Дальше рюкзак. Такой вот прекрасный рюкзачок. Артикул 118.93. Подкладка 65% полиэстер, 35% хлопок. Размер 26 на 25 на 10. Так, давайте же его смотреть. Значит, один внешний карман. Такой хорошенький. Прям вообще здорово. Мне нравится. Тут можно что-то повесить прикольное для ребенка, да? Тут помпончик. Не знаю. А, ну его можно отрезать. Кому не нравятся помпончики, он легко отрезается. И тут останется маленькая аккуратненькая дырочка. Так. Не знаю, что это, рожки, наверное. Так, дальше. Опять-таки двойная получается молния. То есть молния закрыта, да, мало ли там дождь пошел, еще что-то, молния закрыта. Предыдущий у нас уже совсем истоскался. Покажу его, скорее всего, в пустых баночках, если мы его где-то не выкинули. Дальше внутри обычное такое отделение. Ну вот если рассматривать его как под учебники, то он, конечно, очень маленький, да. То есть вот смотрите, допустим, входит 3 банки кофе. То есть вот таким вот образом. Ну, еще 4-5 войдет. В принципе, вот это весь его объем получается. Поэтому я считаю, что он такой маленький, аккуратненький. Но вот ходить на какие-то занятия, еще что-то, очень удобно. Заранее все собирать тоже очень-очень удобно. С другой стороны, сеточка. Очень мне нравится эта сеточка. Знаете чем? Спинка не потеет. Даже в жару. Это важно, я считаю, что тут не кожа. Да, не кожа. И спинка не потеет. Лямки регулируются, конечно же, сколько нужно. Фиксируются хорошо. Они так просто еще не открыть, да, то есть я их подтянула. В общем-то, все замечательно и великолепно. Так, поедем дальше. Маски. Маски. 0197. Эта маска мне очень нравится. Маски не все мне, но 3 штучки мне. То есть такая вот хорошая, добротная, густая маска. Очень яркий, просто яркий аромат. Морожки, северные ягоды. Очень приятная. Хорошо питает, увлажняет и так далее. Так, маски для лица. 3 штучки взяла Green Karma. Артикул 0045. Очень она мне понравилась. Недавно пользовалась ей в Калининграде. Прям захотелось после этого еще раз повторить. Угу. Они у меня заканчиваются, я про них забываю, потому что ассортимент широкий в компании. Есть чем попользоваться. Но вот в Калининград я взяла с собой одну штучку. И прям очень хороший эффект. Классный. Тут идут масло, семян конопли. Она смягчает, тонизирует, глубоко увлажняет. В общем, очень хорошая маска. Стоящая. Так, чеки. Так, тут у нас что? Тут у нас что? Так. На 13 тысяч чек. Да, то есть вся сумма со скидками. Сама скидка 8 тысяч. Да, вот такой вот чек на 13 тысяч. Так, тут у нас питательная маска для сухих и ломких волос. То есть, ну, такой небольшой чек. Одна масочка получается 118 рублей. Вот такая вот красотка. Побежим дальше. Значит, прям аж в отдельном пакете. Это было 3 заказа, поэтому у меня 3 белковых коктейля в заказе. Один, значит, банановый обязательно, 157.37. Муж у меня сейчас ходит в спортзал. Я сейчас довыздоровею, потому что до сих пор кашляю. И тоже начну. Вот любимый моего мужа с ароматом ванили. Артикул 156.50. 2 штучки ему взяла. 156.50. Классный. Так, парфюм. Парфюмерная вода. Валентин Юдашкин Роуз. Очень такой свежий, легкий, приятный аромат. 30.04, цветочный, свежий. Понравился. Дальше, значит, кислородный бальзам. Кстати, он у меня еще тут есть. В следующей коробке. 58.06. У меня его много. 8 штучек забрали. Но еще вот, я не знаю, штук, наверное, 10-то есть точно. Давайте вот следующую коробку посмотрим. Вот это все кислородный бальзам. Видите, сколько много. Считать, конечно, не буду, но много. Дальше поедем. Кофе. Добрый день. Доброе утро. Так, добрый день. Доброе утро.
такая вот куча. Доброе утро и добрый день. А, еще доброе утро. То есть таким вот образом. Это тоже у меня заказики. Значит, доброе утро — это обычный растворимый кофе с артиклом 16048. Добрый день — его нужно заваривать кипяточком, и чтобы он постоял минутку-две. А потом уже там разбавлять холодной водой. Кто-то любит сливки добавлять, молоко с артиклом 16049. Потому что он идет с добавлением натурального жареного молотого кофе. То есть вот таким образом. Дальше, конечно же, псиллиум. Обязательно делать выпечку. Я очень обеспокоена, что он попал в распродажу. Остатки сладкие. Может быть, его и выведут из ассортимента. Но вот мы действительно из него каждый день практически печем булки. Артикул 157-64. Ну, где-то я вам в комментариях уже скидывала. Так, тут у нас вот как раз вот этот вот псиллиум. Ценник 719 рублей. Хватает он очень долго. 3850. Скидка и 15514 под расчет. 19 тысяч по цене каталога. Так, тут у меня просто кладезь ценностей. Так, еще один кофе. Новинка. Новинка на моем канале, но уже не для меня. Это массажер для лица и зоны вокруг глаз. Я уже его попробовала. Ну, вы знаете, действительно очень приятный массажер. Очень клевый такой. Никаких нареканий вроде бы как нет. Ничего нет, но неудобно, он один. То есть одну половину лица делаешь, потом другую половину лица делаешь. То есть если брать, то сразу два, и удобно будет. Так, в принципе, наносишь крем и начинаешь, да, и в конце у меня хлордексидина куплено много, я сижу, хлордексидином обрабатываю. Размер у него 14,9 сантиметров получается, очень крепкий, не гнется, не мнется. Я думаю, что хватит его надолго, хотя это и пластмасса. По массажным линиям нужно разносить крем вместе с ним. Валик очень холодный, нагревается долго, и таким вот образом крутится и делает массажик. Ну, в принципе, мне нравится. Ну, давайте с вами эту точку помассируем, важную нашу точку. Способ применения: мы наносим косметическое средство на очищенную кожу лица легкими движениями, вводим по массажным линиям. Все. Так, дальше тут у нас D3, омега-3 побежала, то есть много-много-много БАДов. D3 я заказываю, детскую не беру, это кислородный бальзам еще, да, ну, видите, сколько его много, то есть я не беру, получается, D3 детский, я беру взрослый, он куда лучше. Дальше SPF-ки, SPF-30 детская, как обычно, 27-81, вот их куча целая, да. Я думаю, что нам должно хватить до конца лета, потому что дочка тоже в душ часто ходит. Дальше, знала бы, не купила сыворотку, она очень экономная. Теперь у меня две сыворотки, три сыворотки. Почему? Потому что в Калининграде. Сейчас поставлю вам ролик. В общем, участвуйте во всех акциях, ребята. Вот это я вам серьезно говорю. Особенно в акциях «Карточки твой бонус», где идут розыгрыши. Ни разу за 8 лет ничего не выигрывала, а тут вот такое вот выиграла. Полюбуйтесь.
и там нам много надарили вот этого, SPF 30, SPF 50, в общем, много надарили, и, честно сказать, я подумала, блин, ну, в общем-то, оно закрытое, я посмотрела срок, вот, действительно, где-то захламилось, где-то нет, ну, я еще в чат семейный отпишусь, кому, может быть, надо, и раздам. Очень хорошее средство, вот это вот SPF 30, оно не просто защищает, но оно еще и идет с пчелиным воском, который обладает питательным противовоспалительным действием, замедляет процесс обезвоживания, старения кожи, делает ее нежной, гладкой, эластичной. Также витамин Е повышает защитные функции, предотвращает от преждевременного старения, разглаживает мелкие морщины. Пшеничные протеины, которые увеличивают эффективность защиты и препятствуют преждевременному старению. И также титаниум диоксид, который снижает проникновение различных, вот тут видите, написано и от компьютера, и от всего, да, то есть, ну, в общем, отлично, его дома можно пользоваться перед тем, как за компьютер сесть. В общем, SPF 30 27,79, SPF 15 это сыворотка 13,79, она мне, конечно, очень эта сыворотка нравится, да, загуглите, поставьте на паузу, посмотрите, прямо аннотация к ней, и масло манго, и триголоза, и низкомолекулярный гиалурат натрия, в общем-то, мне все нравится, но, к сожалению, у меня просто перебор с ними, но я еще буду спрашивать, может быть, я избавлюсь от этого всего. Так, сыворотка для лица солнцезащитная, вот тут ценничек, да, цена 299 рублей, цена со скидкой 221. Дальше, крем для лица солнцезащитный 296, SPF 50 тут еще есть. Крем для лица солнцезащитный лето SPF 50 370, что-то с акцией, что-то без акции, наверное, сработало, я там не досмотрела, скорее всего. В общем-то, вот так вот, да, немножечко перебор, но что делать, солнцезащитки у меня пару штук заказали, а я думала, дай-ка я еще себе кликну. Но кто же знал, что подарят? Хоть бы предупреждали, да? Аня, солнцезащитку не бери, мы тебе ее подарим. Ну, окей, я бы с собой и в чемодан ее не взяла, и вообще бы не взяла. Это помады стойкие, театрю, или как-то так они называются. Сейчас у нас с вами появился такой вот клей. Это водостойкий клей для накладных ресниц. Я прям довольна, потому что предыдущий был неудачная партия. Артикул 556.30, этот, конечно, все. Этот молодец, девчонки уже клеят в чатах, ролики показывают и говорят, что клей на уровне, им все нравится, все великолепно. Конечно же, прежде чем клеить любые реснички, наши, не наши, нужно подождать, чтобы он немножко подсох. И, конечно, это я очень много нанесла, на самом деле его нужно наносить поменьше. В общем, клей на высоте, хвалю. И сама попробовала, и у девочек в чате посмотрела. В общем, все нравится, нареканий нет. В этот раз вообще никаких нареканий нет. И причем, когда сделали вот так, я даже предыдущий клей, который покупала на Вальберис для ресниц Faberlic, потому что клей был для ресниц Faberlic, который выпущен тогда еще, да, может, год назад или когда, он просто не выдавливался. А этот клей, чем мне понравился, тем, что вот эта кисточка, это очень мега удобно, можно точечно нанести на реснички и не бояться там много выдавить еще что-то, да, понимаете сами, и на сами реснички можно нанести, и чем меньше слой наносим, тем оно глазу легче, это во-первых, и во-вторых, потом легче этот слой с ресничек счищать, если там, допустим, раз 10 приклеили, все равно вот этот клей на клей на клей, его легче убирать, потому что мы меньше его наносим. Прям клей с кисточкой, это просто бомба. Поэтому предлагайте его всем, это действительно очень удобная, классная штука. Прям реально удобная. Так, это помады. Давайте будем смотреть помады. Артикул 40873. Я заказала полностью все, что было. Я люблю оттенки смешивать, и как самостоятельный оттенок, конечно же, их плохо рассматриваю. Но и как самостоятельный оттенок, очень симпатично. Так, это у нас, значит, я вам сказала, артикул 40873. Помады стойкие, можно пить чай, кофе. И, в принципе, они не размазываются, если аккуратненько все делать. То есть, вот видите, немножечко поблескивает, но это поблескивание полностью уходит, потому что они полностью матовые. И получается прям реально сказка. Дальше артикул 40462. Будем смотреть все в таких прекрасных упаковках. Просто вот это один из моих любимых. Вы его увидите, как я его наношу даже. 40462. Просто обалденный цвет, обалденный оттенок. Свежая роза такая, не рыжит. Просто очень мне нравится. Так, следующий 40468. Вот такой вот темный. Такой вот прямо. 40468. Ну вот, допустим, этот с этим, если перемешать, будет очень красиво. Я очень люблю смешивать оттенки, и даже самые яркие, самые темные я намешиваю и делаю оригинально. Мне все время спрашивают, какая у тебя помада? Я говорю, слушай, каких-то три артикула, да, и не могу вспомнить. Так, дальше, значит, это у нас
А где артикула? Нету, да? Давайте на упаковке посмотрим. 40 874. Не буду уже в коробку убирать. 40 874, тоже одна из моих любимчиков. Шикарная просто помада, практически подходит под эту, поэтому я их рядом нанесла. Так, дальше смотрим. 40 470. 40 470, тоже красотка. Она чуть потемнее, чем эти, но не намного. Если вы ее чуть-чуть на губы нанесете, она будет идеально вот такой, вот этой вот. Потому что когда мы чуть-чуть наносим и разносим по губам, то получается такой же оттенок, если честно это сказать. 40 467, тоже скорее всего красотка. 40 467, тоже очень красивая. Их можно очень плотно наносить, а можно чуть-чуть кисточку макнуть, по губкам распределить, и получается ярко такой розовый оттенок, но не бьющий, не режущий глаз, да, то есть не вырви глаз. 40 469 у нас с вами следующий идет. 40 469, тоже одна из моих любимец. Просто великолепный цвет, обалденный. Так, хорошо. Так, 40 877. Мы сейчас с вами тут полгода будем распаковывать все мои коробки, да. Так, 40 877, такая вот темная, но она мне напомнила вот смесь вот этих двух в одном плюс вот эту, то есть такой какой-то цвет, он очень темный. Но если мы немножечко возьмем также кисточкой, да, и начнем разносить, то мы получим какой цвет, вот таким образом. То есть удобно, берешь с собой, например, 2-3 помады, и у тебя миллион цветов. Вот это мне очень нравится. Причем стойких цветов, как вы понимаете. Так, 40 465. Все в таких классных коробочках. Вот это тоже очень такой пыльная, темно-пыльная роза. Мне очень он нравится. Угу. Так, дальше. 40 875. Красотка. Чуть светлее. На губах очень бомбезно смотрится. Прямо очень красиво. Можно еще в центр, допустим, нанести что-то яркое. Вот это или это. И получается очень красиво в центре. Так, последние две помадки у нас с вами. Последние две помадки. Ну, вот это вот очень похоже на эту, поэтому нанесу рядышком. Так, 40 464. Такая вот красотка. То есть, если вот эту тонким слоем нанести, то получится практически вот это. Вот серьезно вам говорю. Вроде бы так отличается, но на самом деле я поэкспериментировала и поняла, что некоторые оттенки можно сэкономить. Да? То есть можно сэкономить, заказывать не все, только по той простой причине, что вы можете намешать. Так, вот это теплый оттеночек, его сюда вот нанесу, чтобы вам видно было, что они тоже очень-очень сильно похожи между собой. Вот этот посветлее, да, а вот этот потемнее. Давайте я сейчас тут проведу посерединке, вы увидите, что разница не сильно большая. То есть этот даже, можно сказать, похолодней, а вот этот прям сильно теплый уже. Это артикул 40 463. Вот такие вот шикарные помады. Я вам тут вставлю амбре, не амбре, да, то есть много чего. И могу вам сказать, что все цвета у меня намешаны, поэтому не ругайте меня, что я не могу вам сказать, какой конкретно на мне артикул. Я люблю смешивать помады. И единственное, что я вот эту всю линейку очень сильно похвалила. И в прошлый раз, и в этот раз я ее очень сильно похвалила. Это очень приятно, что действительно есть вот такие супер-мега классные, стойкие помады. Я еще к мужу подошла, поцеловала его в плечо. Он от меня шарахнулся, говорит: а, у тебя губы накрашены. Я говорю: я специально тебе показать, что у тебя плечо чистое осталось. И действительно, плечо осталось чистое. Но нужно подождать, пока они высохнут. То есть, ну, минут 5, может быть, да, потом уже баловаться. Вот, такая вот красота. Действительно супер. Ну что ж, мои дорогие, всем пока-пока. С вами была Конова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.